монстр. Садучишка. Как ты там говоришь? Садучишка-окунишка. Ты думаешь, это он? Ну, окунь, наверное. Что, сильно сопротивляется? Да. А ну-ка покажи-ка, Александр, на что ты. Очень красиво было словлено. Короче, рыба стоит на корме, видишь? Она уже собралась. Ее, короче, до хрена. Рыба уже собралась? Классик рыбы. О, вот это я понимаю. Это что у нас? Кляпса. Кляпсочка. Но неплохая такая, я тебе скажу. А ну-ка покажите нам. О, размерчик. Чудная таранка получается. Да. С такой рыбы. Красавица. Просто красота. Согласен. Иди. Ох и песни у нас, конечно. Вот такая традиционная пасхальная рыбалочка. Я просто еще какую-то херню неси. О, вот отцепилась. Рыба? Не, рыба еще висит, что-то какая-то херня отцепилась. Так то вторая для нас. Ну посмотрим. А ну. Держи подсаку, подсаку дай. Да какую подсаку? На что, на ракушку? А, шурик, блин, я представляю, как ты леща тянешь. Зачетная подписчичка. А ну покажи. Я ж получаю удовольствие, я могу ее отпустить. Мог бы, да неохота. А ну возьми ладошку. В этот холодильник, чтобы не уложить, блядь, напитки. Нет, лишь не лопаешь. Дарис, бери. Ну подождите меня. Ну сейчас. Как же с победителем. Ну, блин, сейчас. Это такой самый бестолковый экстрактор, который я в своей жизни видел. Пластиковый лучше, да? Всем такие продаю. Так и мне такой подарил. Так у меня других нету. Блин. Ну все. Тут будет так, как это есть. На чем он там сидит? Сука, спамает рыбу, блядь, в унитазе. Не, он клюнул, когда я платички тащил. Или на красного. Давай, хватай его, блядь. Не трогай. Не Борис, ну забери руку. Так я ж снимаю. А, на красного взял. На лету, блядь. Красовой его, конечно. Это... Фидерная волга. Загубил самый край, посмотри. Стрелёсочку какую-то. Вообще за самый краешек. А ну сфотографируй крючок. Я видео снимаю. А ну-ка, давай. Стой, дай я его сниму. Только, блядь, чтобы он не дёргался. Давай его уже спрячем куда-то, потому что я сел на сейчас трепыхаться. Ох, пойдет, пойдет сюда, Щелкин. Да, нормально. Да я видео снимаю, что ты делаешь? Смешно. Все, давайте прятать. Все, давайте. О, в нору зашел. Куда зашел? В нору, вышел. Это ты про кого? Рыбоид. Про рыбова? Про рыбу, в смысле? Рыбоид. Рыбоид? Вадька, ты что скажешь? Я думаю, что не мелкий. Не мелкий. Даже больше. Ну, плотва, но сопротивляется. Плотва? Мне кажется, это голава, не я. Голавль или ясь? А может, да. Скажешь, это барсучиха? А мне кажется, лосось. О, посмотри, за бочину коронным способом. Опять. Выше и пена там, за бочину. Смотри, ого, ну да не, не за бочину. Вообще не мелкая, она крупная, я бы сказал. Сашка, взять или... Ого! Хорошенькая. Вытягивай. Грамм 400 есть. Здоровая? Ага. Самая крупная за сегодня. Велика. Велика, велика. Аккуратно, там же крючок. Давайте лучше положите, потом я ее положу в этот вот садочек. Вот так вот. Сапожек не маленький. 49 размера. Сков.
Ну вот так вот и рыбачим.